Три из семи заявленных Чувашии школ прошли отбор Минпросвещения России. Их построят по концессии до конца 2024 года. Речь идет о будущих образовательных учреждениях в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, в Новочебоксарске и поселке Кугеси Чебоксарского района. Это позволит создать в республике дополнительно 3325 ученических мест. Остальные четыре школы в Чебоксарах в новых микрорайонах Акварель, Новый город, Лента и Радужный могут построить с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, отметил руководитель региона. А вот строящиеся детские сады должны быть сданы до конца марта. Такой срок поставил глава Чувашии. Садик в 14-м микрорайоне столицы республики возведен, осталось получить лицензию. На завершающем этапе работы в дошкольных учреждениях в микрорайонах Университетский 2 и Благовещенский. В детском саду села Аликово с декабря решают вопрос с установкой станции по очистке воды. Серьезные опасения региональных властей вызывает строительство школы в Садовом. На объекте выполнено порядка 40% работ, хотя планировалось, что в сентябре она примет первых учеников. Здесь уже сменился один подрядчик, но и следующий приостановил работы. Это связано с изменениями проекта и прохождением экспертизы. Завершить строительство самой большой школы в республике намерены до конца года.